зараза над страной. Все шире, громче и страшней, из громкоговорителей, с экранов в интернете. Еще совсем недавно не слышали о ней, но кем-то с цепи спущен бес, не просто грипп и не ЧС, уже по всей планете. Навязли на зубах за 2-3 недели про магазины маски, шуточки в сети. Не только маски вдруг на нас в момент на всех надели, но скоро даже с пропуском нам некуда пойти. Послушать новостей, животворящий вирус все сдвинул с тормозов, век цифры перенес. Здравоохранение что херело и сносилось, за месяц вновь отстроено и рапортует рост. Ни страх отравы той, ни холод гроба ни при чем, а зло за то, что завтра так нагло и украли. Того гляди без штрафа, не шевельнуть плечом. Ни в парк нельзя, ни в лес нельзя, кто защищали не друзья и врут, то прежде врали. Решения летят из рога изобилий, им объяснение вслед, как бред в горячку в жар. Уже триллионы там, где миллиарды плыли, а то еще того гляди вдруг кончится пожар. И кто кого? Впервые я тоже болен. На бюллетене очередь за хайп и за карман. Хоть через край у каждого, и здесь уже дом полон, и пенсионный счет благополучных стран. Что дальше впереди? Лечение больным накормят тем, что есть. Поможет, что полезней, останутся больными, кто напускали дым заради благ личных царств, продаж нелечащих лекарств, поклонники болезней. Доверчивых простых будет народиться, и шумом развлечений остатки усладят. Ослабленной вожжой уговорят гордиться, по капельно свободы распродавая яд. Все без толку, ни в разум, ни в уши, умерить пастырям доходы и гульбу, пока в достатке и рубли, и души, и спишутся убытки на судьбу. И спишутся убытки на судьбу.